Мой дед Михаил Иванович Суров пошел на войну 19-летним мальчишкой. Воевал в моторазведке в составе танкового батальона. Воевал на Курской дуге. Тяжелое ранение у него было. И потом под Кёнигсбергом тяжелая контузия. Там он закончил свой боевой путь. Его уже нет в живых, но я о нем помню и вспоминаю очень светло. Дедуля Миша. Михаил Иванович Суров. Я знаю, а ты?